Московский электротехнический завод, филиал ОАО «Элтеза», совместно с компанией «Петро Интрейд Электроникс» и «Тайк Электроникс» проводит работы по разработке альтернативной штепсельной розетки для реле типа N и типа NMSH. На стенде Камышловского ЭТЗ представлены опытные образцы штепсельных розеток для реле типа N. Основные преимущества новой штепсельной розетки. Корпус розетки имеет моноблочное исполнение, в котором каждый контакт имеет свое посадочное место, что полностью исключает возможность его касания с расположенными рядом контактами и повышает электрическую прочность. Конструкция контакта состоит из двух частей — внешняя и внутренняя. Внешняя часть имеет обжимные лепестки для монтажа провода к контакту, что полностью исключает процесс спайки провода к контакту. Пружинные лепестки, которые обеспечивают надежность соединения контактов реле с розеткой, и пружинные лепестки, которые обеспечивают надежную механическую фиксацию контакта в посадочном месте розетки, что предотвращает внутреннее смещение контакта по всем плоскостям и обеспечивает быстрый монтаж и, при необходимости, демонтаж контакта. Внутренняя часть контакта имеет сферическую конфигурацию, которая позволяет полностью исключить возможность его деформации и замятия, даже при установке реле в розетку под углом. Штырь избирательности имеет сферическую пружину, которая обеспечивает его надежную механическую фиксацию в посадочном месте розетки и его быстрый монтаж и, при необходимости, демонтаж для оперативной перекодировки розетки. Благодаря предлагаемой конструкции розетки значительно облегчается монтаж, при котором не требуется пайка проводов, применение специального приспособления для установки контактов в корпус розетки и сборка розетки с применением винта и гайки с последующей их фиксацией краской. Монтаж новой конструкции розетки состоит из следующих операций. Зачистка провода от изоляции, обжим контакта с проводом обжимным инструментом, установка контакта с обжатым проводом руками в посадочное место до характерного щелчка, установка штыря избирательности руками в посадочное место до характерного щелчка. Демонтаж контактов и штырей избирательности осуществляется следующим образом. При необходимости замены любого контакта необходимо с лицевой стороны розетки вставить до упора специальный инструмент, который обеспечивает отжим фиксирующих лепестков. Далее руками нужно потянуть за провод и вынуть его из посадочного места. При необходимости проведения перекодировки реле необходимо с лицевой стороны реле на штырь избирательности установить до упора специальный инструмент, пальцем нажать на кнопку выталкивателя и руками вынуть его из посадочного места. Согласно ТУ, контакт должен выдерживать 50 сочленений розетки и реле для серийно выпускаемых розеток. При этом, в отличие от выпускаемых в настоящее время розеток, новая розетка значительно превышает это требование без потери усилия прижатия. При испытании проведено 70 сочленений. Не происходит замятия, не происходит деформация контакта. Представленная конструкция позволяет сократить эксплуатационные расходы, значительно сократить количество отказов, упростить и сократить время монтажа и технического обслуживания, повысить надежность, создать универсальную розетку, которая может быть применена для всех модификаций и типов реле.